15 юным люберчанам вручили паспорта. Торжественная церемония прошла в музейно-выставочном комплексе. Вместе с паспортом поздравительный адрес губернатора и сувениры. Торжественно вручать паспорта в Люберцах начали больше 20 лет назад. За два десятилетия в праздничной обстановке получили документы более 2000 школьников. Очень радостно, что эти ребята на люберецкой земле будут продолжать свой ученический путь, свой трудовой путь. Пусть этот день запомнится каждому вот таким знаменательным моментом. Эмоции у меня очень отличные. Это мой первый документ, самый лучший. Я очень рада.